Сахалинская областная универсальная научная библиотека стала центральной площадкой для обсуждения прошлого, настоящего и будущего Сахалина и Курильских островов. Здесь состоялась областная научно-практическая конференция «Рыжковские чтения». Она проводится в Сахалинской области в память об Алексее Николаевиче Рыжкове, участнике Великой Отечественной войны, историке, посвятившем изучению Сахалина всю творческую жизнь. Он более 40 лет занимался краеведческими исследованиями, стал первым автором книг о Сахалинской области, не утративших ценности и сегодня. Первые «Рыжковские чтения» состоялись в сентябре 1998 года, в год 90-летия Алексея Николаевича. С тех пор ученые, историки, краеведы, сотрудники архивов, музеев, библиотек раз в 3 года собираются, чтобы поделиться исследованиями по истории и перспективам Сахалинской области. В «Рыжковских чтениях» Ахинская централизованная библиотечная система в этом году впервые принимала участие и подготовила доклад, посвященный ветерану Великой Отечественной войны, почетному гражданину нашего города Семену Никитовичу Соболеву. Ахинцы знают его больше как талантливого художника, но Семен Никитович еще и талантливый писатель. Первая его книга «Фронтовыми дорогами» увидела свет в 2004 году. Позже были изданы 2 художественных альбома с картинами художника. А в 2017 году, в канун празднования Дня Победы в Ахе, прошла презентация книги воспоминаний в 2 томах «Вспоминая былое давнее». В первом томе книги автор рассказал о своем довоенном детстве, прошедшем на Алтае, юности, о фронтовых буднях Великой Отечественной войны. А во второй книге Семен Никитович описал жизнь и работу на севере Сахалина, взаимоотношения людей в суровом крае. Ведь Семен Соболев приехал в Аху еще в 1950 году и более 40 лет работал в геолого-разведочных экспедициях. В октябре 2017 года в Южно-Сахалинске проходила выставка-ярмарка издательской продукции «Книжное ожерелье Тихого океана». И в рамках этой ярмарки прошел конкурс на лучшее краеведческое издание. В номинации «Область, край» в художественной литературе Семен Никитович Соболев за книгу «Вспоминая былое давнее» награжден дипломом 2-й степени. Рыжковские чтения открыты для общественности. Узнать об интересных исторических фактах, о людях, о современном обществе Сахалина и Курил мог любой желающий. И сахалинцы воспользовались предоставленной возможностью. Зал был полон. Конференция произвела, конечно, на меня огромное впечатление. Было очень интересно. Причем история нашей области была показана, вы знаете, вот с таких ракурсов, о каких-то страницах мы даже не подозревали. Всего в течение 2 дней в Рыжковских чтениях прозвучало порядка 30 докладов.